Это лубрикант Body Shine. Как и любого лубриканта, его задача смазывать. Кузов автомобиля в нашем случае. А вы о чем подумали? Глина, которую мы будем использовать перед нанесением покрытия, не скользит. Совсем не скользит. А теперь используем Body Shine. Нанесите состав на поверхность, это обеспечит идеальное скольжение глины. Обработайте стыки и щели, чтобы легко удалить остатки полировальной пасты и пыли. При помощи лубриканта можно убрать легкие загрязнения с кузова. В общем, как и при других интересных делах, перед нанесением защитных покрытий на кузов автомобиля необходима смазка. То есть лубрикант. Body Shine. Вот такой.